Более 60 тысяч предложений по линии ЖКХ, благоустройства и городской среды поступило от жителей для включения в народную программу, сообщила первый зампред Московской областной думы, депутат от «Единой России» Лариса Лазутина. На этот год в муниципалитете запланированы комплексная модернизация 49 дворовых территорий и установка 7 детских площадок по губернаторской программе. Еще один важный проект – завершение благоустройства Звенигорода и комплексная реконструкция стадиона «Спартак».